Привет, мы сегодня будем делать картинку из веток. Распаковывай. Открываем коробочку. А ну-ка. А, понятно. Держи, уже упаковочку. Украинский вес этой упаковки. Помогаем. Не ступай. Да. Все? Крутая коробочка. Давай. Значит, что нам надо делать? Покажи, что тебе там попалось. Вот. Пилосочки. А какого цвета тут звёздочки? Этот? Да. Какого цвета? Чёрного. Чёрного. А эти? Это белое. Синее. Фиолетовое. Платика. Оранжевое. Фиолетовое. Краты. Зеленый, голубой. Ну раз цвета знаешь, то можно начинать. Так, это все есть. Значит, Кирилл, что надо делать? Огрызок от инструкции. Надо сделать, вот, надо высыпать белки. Высыпать. Куда высыпать их? Куда, Маша? Куда высыпать белки? Значит, давай посмотрим на инструкцию. Что она говорит? Первый шаг. Застели стол бумагой, положи на свою картинку, с которой будешь работать, и шаблон. На шаблоне сними защитный слой. Со всех деталей, с одинаковым номером. Открой трубочку с выбранным номером и равномерно покрой блестки все открытые фрагменты. Поверни картинку и стряхни лишние блестки. То же самое пройдет со всеми остальными деталями. Попробуй, твоя картинка готова. А ты уже придумал, кому ее подарить? Кирюш, кому подаришь картинку? Кому? М? Кому? Кому? Нет, тебе! Ладно, в такие цвета будем ее разрисовывать. Вот, открывай. Так, первый будешь черным разукрашивать? Да. Нет, давай начнем... А, хотя, да ладно, с черненького. Отклею ему глазик. Бабочке глазик отклеиваешь? Нет. Вот глазик. Давай, я один, а ты второй. Так, я один глазик отклею. Нет. А потом клеим. Помочь? Ну-ка, давай помогу. Теперь засыпай все это в трубочку. Аккуратненько. Давай. Тик. Так как в набор трубочки не попалось, мы взяли свою. А кто там было? Тихо. Белочки. Раз, так, там. Хватит. Думай, взять. Отец высыпает на бабочки на глаза. Только немножко. Вот это? Вот глазики. Это? Вот. Это? Да. Бабочки.
Все. Сыпаем все лишнее. А почему второй глазик не приклеился? Попытка номер два. Номер два. Я буду. Держи. Я буду. Номер три. Да, я тоже. Дорогие телезрители, это полный облом. Облом. Ой. Чё? Чё? Облом исправлен. Облом исправлен. Теперь какой будем цвет клеить, Кирюш? А может, раз ты уже открыл красненький, то мы красненький насыпем? Окей. Красненький это у нас номер 16. Отклеим все, где есть номер 16. Отклеим что, Кирюш, мы отклеим? Ротик. А зачем? Похоже, ребенки на черные краски шоколада. Ротик один. Ротик готов. Дальше что, Кирюш, мы ему делаем? Крылышки. Да? Ага. Одно крылышко. Второе крылышко. Если бы. Если бы они что-то резали нормально. Помоги. Окей, давай. Сыпь. Видя на картинку, сверху сыпь. А теперь трусы картиночку немного. Вот так вот. Отпустим. Все? Ага. Точно? Да-да-да-да. Вот здесь что-то сыпем. Плохо. Да, три. Все, Кирюш, сейчас выбирай следующий цвет. Фиолетовый. Это розовый. Розовый. Отрезаем уголок. Так что у нас должно быть розовое. Номер 17. Так, давай я его отклею, а ты засыпешь. Много стой. А три! Сыпь, Кирюш, розовый. Опять весь высыпал. А дед, раструси весь розовый по всей картинке. Только аккуратно. ЧП. ЧП исправили. Кирюш, теперь? Окей. Следующий у нас цвет золотой. Стой, Кирюш, стой. Не весь цепь сразу. Молодец, только мы еще не успели отклеить. Для начала отклеим все, что золотого цвета. Да. А именно цифры 10. Да. Все, сейчас высыпаем золотую краску. Угу. Золотая. Это не краска, это блестки. Окей. Бау. Выбирай следующий цвет, Кирюш. Вот этот насыпил. Ну да. Давай зелененький. Так он закончил. Да? А это что? Тан-та-да-тан-тан. Да. На. Только давай сначала отделим все зеленые запчасти. В таком же духе разукрашиваем остальные запчасти бабочки.
И вот мы подходим к концу. Правильно, Крис, мы подходим к концу. Осталось сделать только фон. Фон. Хочу сказать сразу, чтобы вы не повторяли наших ошибок. Да. Сначала клеите блестки, а потом уже песок. А то видите, вон песок красится. А потом уже песок. Песок. Засыпай, Крис, последний цвет. Да. Давай сюда чуть. Сюда. Сюда, не жалеем. Тихо, тихо, ну не на бабочку. О, на фон старайся. Ну, надеюсь, блесточек на фон хватит. Друзья. Так, Вадик. Вот. Да. Тихо. Капуста. Так. О. Боюсь, нам блесточек не хватит. Боишься? Боюсь, боюсь. А, потому же зато очень красота. Хотя нет, может и хватит. Как хватит нам было? Сейчас посмотрим. Много здесь вас? Великое тайное столетие. Покажи, хватит ли на фон блесток? Покажи. О, смотри, что у нас получается. Красота? Красота. Та-та-та. И вот наша картинка бабочка готова. Всем. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!